Сергей, пожалуйста. Спасибо, Андрей. Привет, Саратов! Привет те, которые ко мне неплохо относятся. Привет те, которые иногда ко мне плохо относятся. Может быть, для кого-то я плохой фанат, может быть, я отвратительный футбольный хулиган. Может быть, у меня неправильное отношение к каким-то вещам. Но я всем вам, здесь присутствующим, благодарен вместе с нашей командой «Сокол» за то, что вы приходили, за то, что вы верили в последнего, за то, что поддерживали. У нас самые крутые болельщики. Нас пока маловато, но за пределами там в интернете нас сотни и тысячи других городов. Спасибо вам огромное, что приходили. И, ребят, простите мне мою наглость, но я считаю своим долгом от вашего имени воспользоваться возможностью. Это просто затишье. Ребята, футболисты, которые сейчас в телефоне, они увидят. Ребята, футболисты, низкий вам поклон от всех нас за такой сезон, за то, что вы сделали своим трудом каторжным. Боль, синяки, пот, вера, победу и игра до последних секунд. Низкий вам поклон от всех болельщиков сразу. Более ровно, я очень грубый. Вы победили. Все, всем спасибо. Извините, извините, да.